Мы мало говорили о том, что мы выдержали в этой истории, что мы потерпели. И вчера мы обсуждали на совещании тему геноцида белорусского народа. На нашей земле пришли, сжигали в деревнях, сараях и прочее. Это был самый настоящий страшный геноцид. И белорусов, и поляков, и евреев, русских, и украинцев, всех, кто здесь жили. Вот мы собираем материалы, и мы сейчас всему миру предъявим. И тем, кто нас сегодня демократией поучает, мы им покажем, где был геноцид и что такое геноцид белорусского народа. То есть мы этого добра хлебнули 4 года. Пришли, раздавили страну, уничтожили и ушли через 4 года. Представьте, в какой ситуации жили наши люди. Ужас, кто в землянках, кто где, кто как мог. А я ведь еще тогда, до всех этих бурных событий, телевидение, как вчера, по-моему, этот эпизод дало, да? В разных местах я об этом говорил и показывал карту. 21 года, заканчивая свои выступления перед активами, я говорил, вот я не хочу, чтобы было вот так. И ребята показывали карту на всю стенку. И в Гродно я был, здесь тоже мы об этом говорили. Вот она, эта полосочка. Я чуял нутром, у меня не было фактов, так как сейчас, но чуял, что нас начинают рвать. И я часто говорил о том, что Беларусь на разрыв.